Блять, я и забыл, что тетя Мэй. Держись. Питер, тут... В общем, к тебе гости. Что? Эй, тихо, стоп! Ебать. Держись. Соболезную. Да. Я тоже. Я хорошо представляю, каково сейчас. Не говори, что знаешь, каково мне. Ладно. Ее не стало. По моей вине. Напрасная смерть. Так что теперь я так сделаю подождите. То, что сразу должен был. Давайте по факту-то у всех не стало. Ну, правильно ж понимаю? И в первой части, блядь. Ну, и у этого Гарфилда не стало, и у него не стало. Не надо, перестань. Тебе вообще тут не место. И тебе тоже, так что все по домам. Эти друзья из ваших миров, да? Вот и разбирайтесь. Если вы их там убьете... Я ни при чем. Не моя проблема. Мне уже все равно. Хватит. Простите, что еще и вас сюда втянул. Но я верну вас обратно. Ну, давайте откровенно. Куда? У этого костюм просто пиздебейший. У Тоби Магуайра в 90-х не было такой хуйни. Он сам сшил себе залупу, я помню. Первую вообще сшил, просто пиздец, когда на ринг пошел драться. Там из говна и веток нахуй. Мой дядя Бен погиб. По моей вине. А из-за меня. Погибла Гвен. Моя... В общем, моя МДЖ. Я не смог ее спасти. Я так и не сумел себе этого простить. Пиздец. А жизнь шла дальше, нужно было... Вопреки самому себе быть для всех... Дружелюбным соседом-паучком. Просто потому, что она бы этого хотела, но... В какой-то момент я перестал собой владеть. Я стал жестоким. Без тормозов. Я говорю для того, чтобы ты таким не был. Когда погиб дядя Бен, я нашел человека, которого считал виновным. Я хотел мести. И я ему отомстил. Но от этого не полегчало. Я долго не мог освободиться. Слушай, ну... Не скажу. Если бы вот... Ну, допустим, ситуация, не дай бог такое случается. Вот кого-то из моих очень близких людей валят, да? Ну вот, в GTA 5 RP застрелили, допустим. И я знаю, что это за человек. Отомстил бы я? Да. Стало бы легче? Да. Но от этого не полегчало. Я долго не мог освободиться от этой ненависти. Откуда знаю? Его. Не знаю. Но в моменте стало бы легче. На куски разорвать. Я еще слышу ее голос.
Даже почувствовав, что умрет, она твердила, что мы все верно сделали. Еще сказала, что большая сила. Это большая ответственность. Чего? Откуда ты знаешь? Дядя Бен сказал. Перед смертью. Может, ее смерть не была напрасной. Ебать кино!